И просто видеобанда, я пообещал, что сниму реального Фредди-аниматроника. Господи, банда! Это реальный Фредди-аниматроник, вы это видели? Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис. И бро, срау уже, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь, бади, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. Также сегодня со мной видео снимает Настя. И Supreme Банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткое видео. Потому что сегодня я снова снимаю на свой любимый дрон. И просто видео банда, я пообещал, что сниму реального Фредди-аниматроника. И сегодня мы прибыли на это место. Именно где-то здесь, в этих местах и живет этот Фредди-аниматроник. Как я говорил, в прошлом видео есть школа, а около школы настоящая заброшка, которая, по слухам, и живет этот Фредди-аниматроник. Точнее, они его называют как-то Железный Медведь. Сегодня же, банда, в этом месте я запущу свой дрон. И я очень надеюсь, что спутся снять реального Фредди аниматроника, а возможно даже какого-то маньяка, потому что также в этой легенде говорится, что он ворует детей. Только вдумайтесь, эта банда, это просто жесть. А также, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков, и тогда я сниму настоящую русалку. Ведь мы с Настей узнали озеро, где живет та самая настоящая русалка. Только вдумайтесь, в этом мы реально за ней сможем проследить с помощью моего дрона. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти, ведь в своих с Настей инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Всего лишь, что тебе нужно, это подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Насти, написать нам директ, и все. И здесь ответ уже совсем скоро, мы тебе ответим. А тем временем, бро, мы уже запускаем мой дрон. Погнали! Окей, Supreme Банда, мы уже запустили наш дрон, просто посмотрите. Это та самая школа, о которой я уже говорил ранее. Именно с этой школы иногда и пропадают дети. Где-то здесь также недалеко есть та самая заброшка. Окей, банда, Настя поворачивает в правую сторону. Вон, посмотрите, та самая заброшка, просто жесть. Какая же она стрёмная, чёрт, Supreme Банда. Мне просто не верится, что мы сегодня снимаем такое страшное место. Тем не менее, я бы никогда ночью туда не пошел, это реально стрёмно. Только вдумайтесь, если там живет какой-то реально Фредди-аниматроник, потому что, возможно, это просто маньяк. Тем не менее, бро, пока что ничего примечательного мы не видим. Все обычно, как всегда. Даже есть какая-то детская площадка. Тем не менее, бро, мы сегодня не за этим. Мы сегодня хотим реально снять того самого Фредди-аниматроника. Окей, банда, это эта школа. Просто посмотрите на нее. Она без того Фредди-аниматроника уже очень стрёмная. Тем не менее, бро, пока что ничего подозрительного такого я здесь не вижу. Обычная школа на вид. Тем не менее, именно с этой школы пропадают дети. Именно поэтому мы сегодня здесь. Господи, вот нас летает около нее. Черт, Supreme Банда, просто жесть. Мне не верится в это, что мы реально сегодня в таком людном месте. Обычно мы снимаем какие-то не таких людных местах. Тем не менее, если что, мы сегодня реально нарушаем закон, потому что мы не можем летать на таких вот местах, тем более где школа, потому что это запрещено законом. Тем не менее, бро, вот эта школа, просто посмотрите. На вид она, кстати, неплохая, вроде бы красивая. Тем не менее, бро, крыша у нее реально очень стрёмная. Ах да, банда, если что, иногда может пропадать сигнал из дрона, потому что здесь где-то стоит какая-то вышка, которая блокирует сигнал между дроном и пультом. Я очень надеюсь, что сегодня все будет нормально. Окей, Supreme Банда, вот эта школа. На вид это реально очень обычная школа, обычная сельская школа. Так и не скажешь сразу, что здесь пропадают дети. Тем не менее, бро, легенда есть легенда, не зря же она просто так появилась. Окей, банда, Настя сейчас уже будет лететь к этому заброшенному дому. Просто жесть. Вы просто видите, какой же он стрёмный. Мне, если честно, все еще не верится, что такое существует в нашем мире. Тем не менее, бро, сегодня мы, возможно, реально снимем того самого Фредди-аниматроника. Или же, возможно, какого-то маньяка, который просто ворует детей. Потому что я слабо верю, что здесь может жить тот самый Фредди-аниматроник. Господи, какое же оно страшное, это просто жесть. Я пока что там никого не вижу. Там вроде бы никого нету. Окей, Supreme Банда, если вдруг вы что-то заметили, то напишите в комментариях и тайм-коды добавьте. О, господи, черт, какая же она стрёмная. Не подлетай слишком близко, а то мне очень страшно за дрон. Потому что, если там реально кто-то живет, он просто его украдет. Не менее, бро, вы сами видите, в этой заброшке может жить не то, что какой-то Фредди-аниматроник, а реальный маньяк. Тем не менее, бро, я очень надеюсь, что мы сегодня хоть что-то снимем. Потому что мы уже ездили, по-моему, на две локации, где просто ничего не было. Легенды были придуманы с пусту. Окей, Supreme Банда, тем не менее, здесь тоже обычная школа. Здесь тоже мы пока что ничего не видим. Эй, стой! Ты видишь это? Да. Господи, что это такое в окне? О, господи, банда, что это? Это что, Фредди? О, черт, мне плохо видно. Господи, банда! Это реально Фредди-аниматроник, вы это видели? Черт, Supreme Банда там реально стоит. Это просто жесть, Настя, ты тоже это видишь? Я вижу. Господи, банда, мне просто не верится своим глазам. Он реально там стоит, просто посмотрите. Он реально существует, господи. То есть легенда была правдива, Фредди-аниматроник реально существует. Он реально здесь ворует детей. О, господи, банда, просто жесть, мне в это не верится. Господи, он сам ходит. Это жесть, банда, это реально Фредди-аниматроник, вы это видели? Просто жесть, мне это не верится. Попробуйте с другой стороны. Возможно, сейчас будет где-то там. Потому что я уверен, что он знает всю эту заброшку. Он просто по всей не ходит. Это реальный дом Фредди-аниматроника. О, господи, банда, просто жесть.
О, черт, теряется сигнал, тогда возвращайся на сад. Это просто жесть, банда, господи. Мы не можем даже всю запрошку обходить из-за этого сигнала. Окей, я пока что его нигде не вижу, ты видишь? Нет, не вижу. Возможно, он будет сейчас на чердаке там? Я его просто не вижу, это жесть, банда. Это был реальный Фредди Аниматроник, мне просто в это не верится. Тем не менее, пока что мы его больше не видим. Окей, Настя, скорее возвращайся назад. Возможно, сейчас снова появится в том самом окне. И мы с тобой немного подснимем. Это просто жесть, банда, мне реально в это не верится. Это был реальный Фредди Аниматроник, черт, он реально существует. О, господи, Суприм, банда, это реально такая жесть. Ты видишь его где-то? Нет, не вижу. Черт, банда, это просто жесть, неужели он больше нигде не появится? Окей, мне кажется, ли на входе, посмотри. В входной двери, ты видишь это? Да, там что-то есть. Он стоит там, это тот самый Фредди Банда, вы это видите? Это просто жесть, почему он такой низкий? Неужели в реальной жизни Фредди Аниматроник такой маленький? Просто жесть, Банда, мне в это не верится, господи. Мы уже раньше разрезали Фредди Аниматроника, посмотрите. У него на животе остался шрам, точнее вырезанный такой квадрат. Это мы, если что, вырезали. Это просто жесть, Банда, какие у него тогда были стрёмные внутренности. Тем не менее, бро, он реально там стоит, просто жесть. Мне в это не верится, реально найти дом Фредди Аниматроника. О, интересно еще было бы найти дом Джеффа Убийцы. Тем не менее, про об этом попозже. Сегодня мы снимем реального Фредди. Просто посмотрите, он там стоит. Это реально он, господи. Это такая жесть, несешь, в это не верится. Он сам зашел, ты видела это? Да. Просто жесть, он сам ходит, банда. Окей, я не знаю, что будет дальше, но это уже стрёмно. Мы реально его сняли, вы сами это видели. Чёрт, я не знаю, что делать дальше. Просто жесть. Интересно, он сейчас выйдет на улицу вообще полностью. Возможно, мы сегодня даже снимем его охоту. Как он находится на какого-то ребенка. Тем не менее, я пока что больше его нигде не вижу. Ты видишь его? Нет, не вижу. Ни на каком входе, ни в каком окне его не видно. О, господи, банда, неужели он же просто спрятался? Попробую подлететь максимально близко к окнам, чтобы снять его. Возможно, мы снимем его где-то там в середине, в каких-то комнатах. Тем не менее, бро, я его не вижу. А также очень жаль, что половина этого здания просто обросла этими деревьями. Мы не можем лететь той стороне, возможно, уже где-то с той стороны. Нам всего лишь стоит надеяться, что он будет только с этой стороны, то есть с этой левой стороны. Просто жесть, банда. Это был реальный Фредди Аниматроник. У меня все что не укладывается в голове. Тем не менее, бро, Настя пытается как-то летать где-то, снять его, но мы его нигде не видим. Ни в каком из этих окон его не видно. Окей, Суприм, банда, я не знаю, что делать дальше. Это уже реально жесть. Мы реально уже просто снимаем настоящего Фредди Аниматроника. А если мы снимем реальную русалку, то это же будет просто нечто. Так что скорее бы не ставь свой лайк, и уже совсем скоро мы снимем настоящую русалку на мой дрон. Окей, банда, ты видишь пока что где-то Фредди? Нет, не вижу. Я тоже его не вижу, господи. Теперь я понимаю, почему в такой страшной заброшке живет настоящий Фредди Аниматроник. Этот дом как раз полностью подходит ему. Тем не менее, бро, я не вижу пока что никакого Фредди. Максимально близко к окну подлетай. Окей, ты видишь что-то? Нет. Я тоже не вижу, господи. Я пытаюсь немного вглядеться, но мне ничего не видно. Окей, черт, что происходит там? Я не вижу никакого Фредди, неужели он куда-то сбежал? Возможно, он в подвале этого дома. Окей, Суприм Банда, мы пока что ничего не видим, никакого Фредди нету. О, господи, видишь это? Да. Это он там ходит, просто жесть, банда. Он ходит там как по какому-то коридору. О, опять ты видела? Да. Просто жесть, банда, мне в это не верится, это был реальный Фредди Аниматроник. Скорее иди к следующему окну. О, стой! О, господи, чуть ли только что не врезались. Это просто жесть, уже можно было бы просто попрощаться с дроном. Тем не менее, Настя немного как-то вырулила. Окей, Суприм Банда, это был реальный Фредди Аниматроник. Окей, где он теперь дальше? Господи, Суприм Банда, куда он делся? Неужели он просто убежал? Черт, мне в это не верится, Настя. Где вообще делся этот Фредди Аниматроник? Его больше нигде не видно, это просто жесть, банда. О, черт, это все из-за той вышки, а по ней потеряли наш сигнал. Окей, попробую просто висеть на месте, не двигая особо дроном. Это просто жесть, банда, мне в это не верится. О, связь вернулась. Окей, пока что мы не видим никакого Фредди. Возможно, он уже куда-то убежал. Тем не менее, бро, я все еще в огромной надежде, что мы все-таки опять его снимем. Ты видишь его где-то? Нет, не вижу. Я тоже не вижу, черт. Даже нигде в траве его нету. Это просто жесть, банда. Окей, мы снова потеряли где-то Фредди Аниматроника. Господи. Что это такое? Ты видишь это? Да. О, господи, банда, что там вообще происходит? Черт. О, господи, ты видишь это? Да. Это ребенок, и его пытаются поймать Фредди. То есть, получается, легенда правдива. Это просто жесть, посмотрите на это. Фредди реально набросился на маленького ребенка. О, господи, мне просто в это не верится, банда, вы это видите? То есть, это все правда. Фредди реально ворует маленьких детей. Он пытается выбросить, господи, мы должны ему как-то помочь. Это просто жесть, банда, мне в это не верится. Фредди реально пытается украсть ребенка. Но мы никак, наверное, не сможем ему помочь, потому что для нас это тоже очень опасно. Я пока что ничего не вижу. О, черт! Он уже пытается еще сильнее выбраться. Ты видишь это, Настя? Да, вижу. Просто жесть, ребенок реально пытается выбраться. Маленький мальчик. Мне в это не верится, банда. Окей, вон, просто посмотрите на это.
Это такая жесть, Суприм Банда, вы это видите? Мне просто не верится, Фредди реально ловит маленьких мальчиков, но зачем? Он, возможно, просто их ест или убивает. О, господи, Банда, это просто жесть. Это реально тот самый Фредди-аниматроник, он реально охотится на маленьких детей. Окей, Суприм Банда, мне просто это не верится, он пытается выбраться. Господи, мальчик, пожалуйста, черт! Опять пробил сигнал, Суприм Банда. Это такая жесть, вы сами это видели? Это был реальный Фредди-аниматроник, который реально украл ребенка. И он снова пропал сигнал на дроне. Это жесть, Суприм Банда, господи, хоть бы дрон не потерять. Тем не менее, бро, мы должны ему как-то помочь. Мы должны спасти этого мальчика. О, связь вернулась. О, господи, где он? Скорее вниз, Настя. Просто жесть, Банда. Окей, ее уже не видно, черт. Куда они делись, Банда? Это просто жесть. О, господи, неужели он уже его украл? Скорее лети к заброшке, возможно, не где-то там. О, господи, просто посмотрите, как все плохо с картинкой. Это все из-за той вышки, которая просто блокирует весь сигнал. Если честно, все еще не понимаю, зачем она там стоит. Окей, ты видишь что-то там? Нет, не вижу. Черт, попробую прилететь максимально близко. Это просто жесть, Банда, мне в это не верится. Фредди-аниматорник реально пытался украсть настоящего мальчика. Господи, хоть бы мальчик выбрался оттуда. Я так за него переживаю, это просто жесть. Окей, ты видишь, вон они стоят. Это просто жесть, он пытается выбраться. Мальчик реально пытается туда выбраться. Господи, пожалуйста, мальчик, давай все силы, бери свои в кулаки, вырывайся от этого Фредди. О, господи, он его просто затащил, Банда, вы это видели? Уже никак не поможет этому мальчику. А если бы даже мы туда бы пошли, то Фредди бы и нас тогда убил. Это просто жесть, я их больше не вижу. Он реально его куда-то туда затащил. Это просто жесть, Суприм Банда. Мы сегодня с вами реально стали настоящего Фредди-аниматроника, который охотится на ребенка. Он реально украл ребенка. Окей, ты скорее уже возвращайся назад. Это просто жесть, Банда. Мне реально в это не верится. Окей, Суприм Банда, вот кому здесь прошло видео. Просто есть какие-нибудь шикарные и дальше комментарии. А брось, друг, ты хочешь посмотреть еще видео? Всего лишь потому, что опуститься ниже. Нажми свой лайк, колокольчик и все, брат, уже на видео. Лайк, колокольчик, комментарий на видео, бандит. А также, брат, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И уже совсем скоро мы тебе ответим директ. Также, брат, помни, 10 шагов и отправляйся на место, где живет настоящая русалка. А также будет помни одно. Оставайся таким шикарным. Пока!